того, что вы постоянно музыку знаете, для вас пела, а для тех, кто не так часто приезжает, для наших гостей, для вас исполнили две песни Андрея и Даяны Кононовой «Папа и дочь». И вот опять. И вот опять нужно сказать о целой семье, которая не только закончила нашу школу, но кроме их мамы. Даяна учится сейчас в 8 классе, училась у нас и старшая сестра, и младшая сейчас ходит в 6 класс. Но Андрей и его семья стали одними из героев нашей книги про учеников. А в этой книге также говорится еще про многих членов его семьи, например, про его прадедушку. Есть материалы в нашей книге, его, наверное, сейчас не ошибусь, это дядя Федор Маспанов. То есть, в общем-то, семья большая и творческая.